ведущая жюри. Да, друзья мои, мы завершили, можно сказать, первый тур, и мы начинаем второй тур. И с чем я, собственно, вас и поздравляю. Конечно же, все выходят во второй тур. И мне кажется, с таким исполнением у нас может быть больше, чем три тура. Вполне возможно. Итак, второй тур. Ура! Ура! Алена, вы нас интригуете. У нас, вы знаете, в 12 часов ночи карета превратится в тыкву, поэтому больше, чем три тура, вряд ли получится. Поэтому, да, второй тур. Итак, Алена, вам слово, пожалуйста. Итак, слово жюри. Дорогие друзья, мы завершили благополучно два тура, после которых в финал выходят два участника. Вам, наверное, интересно знать, по каким критериям обычно жюри... Это очень важно для нас. Да. Отбирает и отсматривает музыкальный материал, а также исполнителя. И поскольку здесь прозвучал вот уникальный формат нашего вечера, замечательная фраза — «душевное караоке». Вот это правильно. Пойти попить и покричать можно везде. Почему бы не сделать душевное караоке? Вообще формат нашей встречи. А поэтому одним из главных критериев была искренность исполнения. Второй критерий – это выбранный исполнителем круг образов. О чем человек пел? На самом деле, вы даже не представляете, как человек выражает себя в песне. И в выборе этой песни он практически рассказывает о себе очень-очень много. И я, конечно же, во-первых, я хочу поблагодарить Юлию за песню «Родина». Просто поблагодарить, что она ее спела, она ее выбрала. Правда, давайте поаплодируем. Это было хорошо и правильно. И выбранные песни Трофима, просто вы меня порадовали и украсили мой вечер. Я прямо-таки счастлива, что вот так же люди выбирают и идут в сторону душевности, в сторону, я бы даже сказала, духовности. Итак, в нашем втором туре, точнее в третий тур душевного караоке выходят два участника. Андрей, поаплодируем. И Юлия. Андрей и Юлия. А сейчас песня. Спасибо, Виктория.